В ближайшие выходные в Кишиневе и ряде районов страны пройдут марафоны вакцинации от коронавируса. Для этого подготовлены 3 мобильные группы. Министерство здравоохранения организует в эти выходные и в предстоящие праздничные дни марафоны вакцинации. Предлагаем широкий выбор прививок и хотим сделать их более доступными для населения. Подобные мероприятия планируют провести во всех районах. На данный момент полную вакцинацию прошли около 30% населения.